Всем привет, любители видеоигр! С вами Арут, и мы продолжаем играть Dead Space. Продолжим. Не будем задерживаться, сразу же к делу. Потому что чем быстрее, тем лучше. Интересно, что же произойдет дальше. Так, хоть батарею подобрали. И опробуем как раз-таки сегодня новое оружие, которое мы взяли. У нас такая винтовочка есть. Только 5 патронов. Ага. Уже спуститься на лифте не может нормально. Мы прям в самое пекло спускаемся. Так, есть кто? Ящики пооткрываем. Вот почему... О, что это? Что это такое? Малый воздушный баллон пригодится. Хорош шептать мне, блин, я, кажется, сам с ума схожу. Аптечечка и аудиосообщение. Говорит Темпл. Теперь отключилась центрифуга. У нас на заднице висит скала весом 4 триллиона тонн. Без работающей центрифуги гравитация просто размажет нас о планету. Посмотрю, возможно ли ее починить. Посмотри. Так, что это? Давайте посмотрим, что можно улучшить. Я хочу костюм улучшить. Это костюм. Здоровье, воздух. А, то есть, да. Чтобы разблокировать, надо 2 узла, и мы выйдем на здоровье. Ну ладно, пойдем так, значит. Ого, что-то редкое. Лезвие трубореза. Вот как раз-таки, да, на наше оружие вот это вот, которое сейчас у нас в руках. Этап обеззараживания. Активирован режим обеззараживания. Пожалуйста, ждите. Я не двигаюсь. А можно меня не обеззараживать, пожалуйста? Сейчас кто-нибудь сюда... Вон он. Идет. Ясно, понятно. А, и где же вы? С какой стороны? А, не нравится? Нас учили разрезать таких, как вы. Ноги ему сразу, чтобы быстро не двигался. А чё, неплохо, одно лезвие. Еще. Куда ты залез? Лезь. Противные твари. Все. Мы обеззаразили эту местность. Обеззараживание завершено. Спасибо. Спасибо за ожидание. Да ладно, без проблем. Я тут просто повалил троечку некроморфов. Ничего страшного. Я мог умереть, но я же обеззаразился. Это того стоило. Тут там орёт. Кому-то совершенно не... Хорошо, я так думаю. Я ненавижу длинные коридоры. Просто ненавижу. Блин, нам надо вообще в другую сторону. Почему? Нам надо... А, да, нам надо туда, наверное. Ага, и направо. Музыка, успокойся. Сейчас подберу, и кто-то вылезет. Импульсный заряд и золотой полупроводник.
неплохая добыча. Что это у нас? Центрифуга. Мы, наверное, сейчас сбрасывать груз будем. О, сохранялочка. Давайте-ка сохранимся. Знаю, сохраняемся слишком часто, но при такой игре надо сохраниться. Мало ли, вдруг сейчас какая-нибудь хрень. Так, воздушный баллон, видимо, сейчас понадобится. У нас один есть воздушный баллон. А птичка нам... Блин, нам все надо. Давайте используем. Но баллон мы все-таки возьмем. Зона гравитации. Так, куда нам сразу же? Зона невесомости. Так, это модуль. Какие-то наросты. Что это такое? Как гриб какой-то нарастился здесь. В смысле, а куда я должен? Давай сюда. Ух ты, зараза. Да мы тебя покромсаем. На салат. Еще один. Идем сюда. Давай. Прям набор хирурга. Так, куда нам? Так, наверх и вон туда, видимо, да? А я отсюда не могу, да? Или могу? Да, отсюда я могу. Все-таки. Нам надо, наверное, состыковать эту штуку с этой. Так, куда? Стоп, слишком... А, все понял. Да я только начал делать свои вещи. Успокойся. Ну, с этим оружием я уже не так сильно не боюсь. Так, а? Энергоблок подключен. О, неплохо. С этой стороны, наверное, тоже надо подключить. Да, с этой стороны тоже. Сейчас мы только делаем, и она выходит, да? Энергоблок подключен. Центрифуга активирована. Сейчас давайте вот это в нее запульнем. Где ты там? Просто в дребезги. Да куда интереснее? Да, куда нам надо идти? Так, получается, что? Ням-ням-ням. Туда, да? Так, видимо, нам туда. А, нет. Сейчас вниз, вот сюда вот, да? Разобрались. Нет, что просто полетать. Так, нам сюда, да? Нам эту штуку активировать надо. Центрифугу. Центрифуга активирована. Восстанавливаю баланс с планетарным грузом. Гравитация в норме. Вхожу в вакуум. А, вакуум. Так, а куда нам надо? Вакуум. Забежим. Видимо, сейчас будем груз сбрасывать вот эти вот. Так, лифт. У тебя отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. Не знаю, сколько времени у нас осталось. Я тоже без понятия, сколько времени у меня осталось, потом. Твою мать! Блин. Чё-то сфейлился я. Центрифуга активирована. По крайней мере, мы будем знать. Баланс с планетарным грузом. Гравитация в норме.
уходи в вакуум. Так, надо... Сейчас это пролетит, и надо быстренько добежать до следующей, да? Побежали. Побежали. У тебя отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. Не знаю, сколько времени у нас осталось. Я бы с удовольствием, да. Давай быстрее. Воздух кончается. Блин, он делает все-таки полный оборот, мы не успеем. А, во, баллон. Баллон с воздухом. Так, давайте подождем. Надо было чуть попозже использовать. Смотри, какая неплохая такая центрифуга. Побежали. В смысле? А, я думал, я сдохну сейчас уже. Пошел вон отсюда. Он довольно-таки крепкий. Крепкий малый. Так, что тут у нас? Центрифуга вращается, кислород кончается. Он уже задыхаться начинает. Блин, чувак, ты выдержишь. Ты же астронавт. У нас еще баллон с воздухом был, я помню. Мы уже добежали, не задыхайся, все нормально. 20. Закрывай. Зона нормального давления. О. Отлично. Запишем. Так, центрифугу мы уже запустили. Груз мы должны, по идее, сбросить. Давайте, ладно, пойдем дальше. Охренеть! Это еще что такое? Ну-ка поставь меня на место, положи. Дайте мне что-нибудь, оружие какое-нибудь нормальное. Сейчас меня затащит туда. Твою мать. Да дай ты нормальное оружие. Сейчас нас сожрет. Целиться, хер прицелишься. Нет, я так просто не отдамся. Чё за щупальца еще? Он нас мог затащить, если бы мы не успели. Тут сколько, блин? Тут 0 патронов. А, может перезарядиться. Сколько? 75. Нормально. 2 магазина, да? Таким поворотом событий я не ожидаю, что так вообще произойдет. Какие-то щупальца на нас теперь нападают. Кто здесь? Кто тут? Кто-то меня ждет? О, хоть меня где-то, хоть где-то ждут, да? Ладно, давай, нападай. Где ты там? На того напал. Я не так-то прост, как ты думаешь. Теперь мы куда? Мы вообще с этим... Айзек? А, во! Ты меня слышишь? Она выжила. Это Кендра. Они напали на нас. Мне удалось сбежать, а Хэммонд... Он просто исчез. Кендра? Ты где? Рада слышать, что ты жив, Хэммонд. Серверной главного компьютера. Слышу, как они шастают снаружи. Думаю, они не знают обо мне. Могу подключиться отсюда к любой системе. Я взломала защиту и нашла несколько отчетов колонии. До того, как они начали разработку планеты, среди колонистов стали отмечать случаи сумасшествия. Это как-то связано с артефактом, который нашли на планете. Они называют его обелиск, но информации по нему мало. Я определила, где ты. Подожди, я открою дверь в топливный отсек. Оттуда ты сможешь пробраться к двигателям. Значит, она жива. Ну, уже хороший знак, что она уже не мертва, а жива. Я думал, они умрут гораздо быстрее. Эх, ну что ж, дорогие зрители. Если вам понравился этот ролик, то ставьте лайк.
Айзек очень хочет, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Вот Айзека хотя бы не обижайте, он же нормальный малый. Удачи, до новых встреч, ребята. Ждите новые ролики.